До 1 февраля включительно 11-классникам и выпускникам прошлых лет необходимо определиться с выбором предметов единого государственного экзамена. Школьники должны представить документы в своей образовательной организации, а выпускники прошлых лет – муниципальные органы управления образования по месту жительства. В этом году ЕГЭ будут сдавать более 5700 11-классников Оренбургской области. Перед ними стоит серьезная задача – выбрать те предметы, которые необходимы для поступления в ВУЗ. Поэтому важно заранее на сайте высшего учебного заведения ознакомиться с условиями приема и узнать, результаты каких предметов будут засчитываться в качестве вступительных испытаний на ту или иную специальность. Отмечу, что сегодня востребованы профессии технической и инженерной направленностей, для которых необходимы результаты ЕГЭ по профильной математике, физики, химии и информатики. Единый государственный экзамен в 2024 году пройдет в три этапа – досрочный, основной и дополнительный. Экзамены по обязательным предметам пройдут одними из первых, чтобы выпускники могли своевременно оформить аттестаты о среднем общем образовании. ЕГЭ по русскому языку в основной период пройдет 28 мая. По математике базового и профильного уровня – 31 мая. С полным расписанием экзаменов можно ознакомиться на сайте Рособорнадзора.